Эй, hey, всем здрасте, мистер Дивискрафт, и сегодня я решил показать, как пользоваться читами. Да. Сегодня будем играть на... Будем бегать по динамиту, короче. И для начала я включаю автоволк. Так, отходим. Мы такая ходячая няшечка. Я хочу сказать, что нажав на букву R, мы полетим. То есть вот с Нодосом, нажав на букву R, мы реально будем летать. Ссылочку на Nodus 1.7 я оставлять не буду. Не надо мне это. Как приглашайте людей на канал. Чё ж тут? Кто вам в этом мешает? Вот интересно. Не, мне реально просто интересно. Ой. Хорошо, хорошо. А вот видите, мы полетели. Ой. Я уже на следующем левеле. Так. На R. Опа. Буквочка R. Оп. Буквочка R. Оп. Опа! Ой, да блин. Так. Одного пацана уже пришибли. Как насчет еще парочки? Так. Всем кажется, что я прыгаю. На самом-то деле я подлетаю. Ай, блин! Короче, ребят, дела у нас не жирные. Так, еще не свалился. Че, nice to beach up. Beach. Эпич, эпич, эпич. Так. Дебилизм реально. Давайте вот так для вида прыгнем, что мы типа прыгаем, да. Мы такие порядочкусы. И вот так типа по краю. Идем. Значит, мы такие по краю. Край плюшкусы. Опа. Опа, флай, 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 флай. Флай это всегда... Опа, флай всегда был нужен! Ай! Щит. Так. Аутоволк отключаем. Ну что ж. Серия была очень тупой. Упоротой. И длилась всего лишь 3 минуты. Но на этом вам спасибо. А я буду дебилкусом, потому что я вышел и не заработал коинсов. Ой, с хайпикселя. Этот хайпиксель. Ох уж этот хайпиксель. Ладно. Всем удачи, всем пока.